Всем большой привет, подписчики и люди, которые интересуются сохранением своего здоровья. Я много занимался в свое время оздоровительными практиками, в том числе тренировками в группах здоровья. И из житейского опыта, из своего спортивного прошлого опыта, хотел порекомендовать вам один комплекс упражнений, которые вы должны включать в свои ежедневные занятия на сохранение подвижности в тазобедренных суставах, у которых происходят со временем изменения, в коленных суставах, особенно для лиц старшего возраста. Эти движения в обычной жизни практически не применяются при работе на огороде, а они очень важны, потому что это сочленение между суставами костей таза и крестца, есть тут подвижное сочленение, они со временем перестают работать. Это упражнения, которые включают, допустим, те же самые балерины, основанные на выворотности стопы, это так называемое пронирование ноги, вот она, пронация. И обратное движение, супинация, пронация, супинация. Как раз при этих движениях происходит воздействие вот на это сочленение. И эти упражнения нужно включать ежедневно в практику утренней зарядки. Они позволят вам сохранить до глубокой старости беспроблемную жизнь с суставами тазобедренными и коленными, два типа суставов. Упражнение простое, значит, первое движение – это пронация, супинация и пронация. Вы можете делать это и с левой, и с правой ноги. Вот это вот движение – пронация, супинация, пронация, супинация. Вот такие вот зашакивания нужно делать ежедневно. И второе упражнение – можно включать музыку под него. Это такое зашагивание со скручиванием в этом отделе. Слева, справа. Вот это вот движение. Видите, руки работают разноименно. И вы должны вот этих вот зашагиваний сделать не менее 100 раз. Очень простое упражнение, но оно очень действенное. Потому что здесь включается и тазобедренный сустав, и как раз вот это сочленение. И когда уже более-менее подвижность у вас восстанавливается, можно делать вот такие вот упражнения уже из йоги. Вы опускаете колено и делаете вот это покачивание. Это из падмасаны. То есть вот эти вот упражнения тоже очень хорошо воздействуют на эти сочленения. Спасибо всем за внимание и никаких искусственных суставов до 100 лет.